Река Ушак поднялась. Это было где-то в 2013 году. Так. И вот, что тогда, в 85-м, что ли? Там подтопило он сады. Тут внизу затопило дома. Люди не могли выбраться сами уже, там довольно-таки хорошо их подтопило, и пришлось его, говорю, использовали вот этот трикол, болотоход, с помощью него перевозили людей на сушу. Так, вот наш пострадавший. Здравствуйте, ребята, как ваши дела? Как вы докатились до такой жизни? Почему у вас затоплено тут, а? Ну что, спасибо-то хоть скажете? Нет, ребят? Пацаны, девчонки, что, нормально все? Молодцы. Удачи, больше так не попадайте. Это, ну, постоянно происходит, поэтому мы уже как бы привыкли к этому. И уже, ну, нормально относимся уже ко всему этому. У нас даже лодка есть, но сейчас мы не готовили ее пока, потому что, ну, уровень воды еще маленький, поэтому смысл ее как пока готовить. Я с 96-го года здесь живу, так что вода здесь была вон до желтой трубы, даже выше желтой трубы в 2001 году. А в 2007 году, ну, наравне, наверное, с желтой, может, чуть пониже. Так что это для нас так себе.